Всем привет-привет! Вы на канале Вот ГСН, и у меня кратенькая, но очень важная информация для всех тех, кто хочет забрать свои подарочки ко дню рождения Блица. Как все вы помните, вот такие вот подарки будут раздаваться в зависимости от того, сколько лет вы отыграли в танки. Те ребята, которые отыграли более 8 лет, смогут еще и выбрать себе премиумную машину из предложенных. По-моему, все очень круто и действительно классно. Но что сделать необходимо для того, чтобы 100% данные подарочки каждому из вас были начислены? Внизу в описании к видео вы найдете ссылочку. Вот эту ссылку вы копируете, либо используете ее, если заходите с телефона либо планшета. В моем случае копируете, вставляете ее в браузере и попадаете на официальную страницу Wargaming. Скорее всего, вам предложено будет авторизироваться, введете свой электронный адрес, введете пароль от аккаунта, и вас, после того, как вы нажмете кнопку «Войти», перекинет именно на эту страничку управления подписками. Убедитесь в том, что у вас стоит вот эта вот галочка, и главное, чтобы стояла вот здесь напротив World of Tanks Blitz, то есть вот в этом вот списочке World of Tanks Blitz обязательно должны быть активны. У меня активировано все, ну, как говорится, лучше перебдеть, чем недобдеть, поэтому активировал все, что можно, но знаю точно, что если вот эта галочка у вас не стоит и не стоит вот здесь вот, соответственно, напротив World of Tanks Blitz, то могут быть проблемы с начислением вам соответствующих вот этих вот подарков. Поэтому, друзья мои, обязательно перепроверьте, что у вас на аккаунтах все правильно настроено в отношении уведомлений, и радуйтесь подаркам, которые в ближайшее время прилетят на ваши аккаунты. От меня, как обычно, мира, друзья, и обязательно спокойствия. Хотите свежих новостей? Подписывайтесь на канал, а лучше всего заходите на мой Discord-сервер, где новости, ребят, публикуются, как только появляются в официальных источниках, для того, чтобы не искать их где попало. Я побежал снимать дальше специально для вас. Хорошего настроения, приятных празднований, увидимся в следующих видео. Пока-пока!